Мир вашему дому и всем доброго здоровья! Друзья, меня зовут Устинов Алексей Владимирович. Мы находимся в Алтайском крае, Мамонтовский район, поселок Потеряевка. Но это для тех, кто нас не знает. Значит, я приветствую всех наших друзей, наших подписчиков и гостей нашего канала. Мы находимся в конце деревни, и вот за мной прекрасное озеро было. Ну, как бы оно и сейчас есть. Это вот, значит, вода упала. Несколько лет здесь предпринимали попытки построения дамбы. Ну, как это видели, значит, с помощью кольев, тут лопат и так далее. Но, видите, результат, значит, вот такой. Это озеро прорвало. Вот, оказывается, построение дамбы, плотины, это целая наука. В советское время люди институты заканчивали. И в этом году, с Божьей помощью, значит, я хочу восстановить это дело, как бы не по своему разумению, но вот... Опять же, с Божьей помощью нашли человека, который как раз специалист именно в этом деле. Будем, значит, делать все по науке, размеры все, необходимые трубы. Я сейчас обращаюсь к нашим друзьям, подписчикам и гостям нашего канала, тех, кто следит за развитием нашей деревни, кто знает ее уже очень давно, кто, может быть, в своих мечтах ее видел абсолютно другой. Вот, например, ну вот на примере этого озера, то есть озеро должно быть абсолютно другим. Вот сегодня я хотел бы обратиться к вам за помощью. Мне нужна помощь в восстановлении этого озера. Помощь бывает разная, можно помочь физически. Мы уже об этом говорили на своем канале, на своих каналах. Значит, можно приехать, связаться с нами. И также необходима финансовая помощь. Примерный расчет, примерный, значит, необходимых работ, самых простых, самых элементарных, самых дешевых, где-то 1600. Сумма вроде небольшая. Если даже каждый человек по 1000, значит, перешлет, то вот они, эти деньги. Подписчиков у нас много. Но у нас есть встречное предложение. Предложение следующее. Вот это озеро, и как и все здесь вокруг, цветы, вся природа, это все творение Божие. И поэтому мы хотели бы предоставить возможность людям соприкоснуться с этой природой. Мы взяли участок возле этого прекрасного озера, и всем тем, кто поможет, есть возможность приехать сюда и отдохнуть на этом озере в будущем. Порыбачить, значит, побыть здесь, в христианском обществе. Побыть спокойно, размеренно, без всяких там подъемов в 4:40, без бегания там по колокольчику, там без всяких разборок, не знаю, там, вот в мирной христианской обстановке. Сегодня есть огромный запрос на тихий, мирный семейный отдых, тем более в христианской среде, когда люди верующие, когда нету кругом матов, когда нету громкой музыки до 3 часов, выпивки какой-то там, драк, ругани и так далее. И, дорогие друзья, у вас будет прекрасная возможность, значит, в будущем здесь отдохнуть. Но для начала в этом году вот у меня предстоит серьезная работа. Нужно восстановить озеро, сделать все правильно для того, чтобы в последующем, значит, ну, оно было полноводным, не прорывало, здесь можно было держать рыбу и наслаждаться, ну, этой Божьей красотой. Значит, в будущем, как я сказал, мы планируем принимать гостей, всех желающих, и тех, кто, значит, сейчас поможет нам в размере от 3000 и оставит заявку на то, что в будущем хочет приехать, мы вас обязательно себе отметим. И вы можете эти деньги использовать как инвестицию для будущего отдыха. Значит, мы будем рады любым предложениям, давайте общаться, потому что мы уже не первый год ведем канал, и у нас уже сформировался какой-то круг общения среди наших подписчиков, друзей, вот, и, в общем, всех неравнодушных, кто видит, так же, как и мы, Потеряевку, то есть другой развивающейся деревней, христианской, в котором мы также будем соблюдать русские православные традиции. Реквизиты нашей карты мы оставим в первом комментарии и в описании к данному ролику. Заранее всех
сердечно благодарю за понимание. Вот, спасибо, Христос. Мы православные христиане и желаем общения с такими же людьми, вот, с православными и не только. Мы открыты для всех, желающих общения, желающих мира, значит, дружбы и добра. Ну что ж, и мы остаемся на связи. Значит, впереди большая работа предстоит. И с Божьей помощью, я думаю, мы все сделаем и все сможем.